Свои 8 лет Аня Рогинская уже опытная артистка. За плечами множество конкурсов, фестивалей и концертов. На сцене девочка чувствует себя как рыба в воде. Но когда летом 2022 года юная певица прошла отбор в популярное телешоу, эмоции переполняли. Еще с большим волнением прошли слепые прослушивания. К тому моменту, когда Ане нужно было выступать, оставалось всего 4 места. Мы, получается, практически последние уже выступали. К Ане долго никто не поворачивался. Уже, знаете, как бывает, так, ну все, не повернуться. И на последней секунде поворачивается Баста, и вслед за ним сразу же Крид. Харизматичный, опытный певец Баста или любимец молодежи Егор Крид. Тут уже настал черед Ани выбирать себе наставника. Я сначала волновалась, а когда они повернулись, мне стало легче. Я решила выбрать Крида, потому что Баста мне не очень нравится. А Крид, он молодой, красивый, умный, и мне он очень нравится. С выбором девочка не прогадала. Егор собрал сильную творческую команду ребят и усиленно с ними занимался. Репетиции, вокал, хореография. В процессе шоу все участники стали настоящими друзьями. На площадке дух соперничества сменила радость от общения друг с другом. Даже когда были тройки и прошла «Аврора», мы все на следующий день плакали не потому, что не прошли мы, а потому что мы думали, что мы больше никогда не увидимся. Но на доп-этапе нас позвали танцевать с «Авророй». И еще Крид нас пригласил в кафе. Несмотря на все положительные эмоции, нагрузка на телешоу была совсем не детской. К тому же творческие занятия приходилось совмещать со школой. Ну, я, да, иногда уставала, но там были перерывы, и даже долгие, потому что Крид там на всяких съемках своих, и мы его ждали там. А потом в час ночи приезжали домой. Такой опыт очень важен и незабываем для начинающего артиста, отмечает мама Ани Наталья. Ну, для ребенка, конечно, это целое приключение. Опыта, конечно, тоже много набралась, потому что постоянные репетиции и в достаточно быстрые сроки нужно было что-то менять, что-то учить, что-то делать. И в целом все прошло на такой вот позитивной ноте. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».